Всем добрый день, с вами Айден. Сегодня новый выпуск, и мы пришли в Рио. Это не город, это торговый центр. Мне здесь написал один из подписчиков, что он выиграл здесь Honor какой-то там. То есть, типа, выиграть здесь реальный. Мы сегодня опять проверяем автомат. Толкатель он называется. 25 рублей стоит одна игра. И сегодня я позвал подписчиков, ну, потому что подписчики любят играть в автоматы. Сюда заходите, ребят, пожалуйста. Андрей и Егор сегодня у нас будут сражаться. Каждому из них дается по 10 игр. И их задача что-то выиграть в этом автомате. Я искренне надеюсь, что у них это получится. У вас, ребят, есть по 10 игр, да? И у вас есть возможность в любой момент один раз за всю игру позвать себе замену, как в футболе. Вы можете позвать на замену меня, можете позвать на замену своих друзей, которые каким-то образом пришли сегодня к нам на выпуск. Что бы было, если бы Кунька знал, что можно не просто играть в доту, но и делать на этом ставки? На самый черный Black Hole. Букмекерская компания 1xbet. А че он не идет вверх? Не идет вверх? Блин, я был близок. Ну что, ты совсем кривовато. Я думал, он дальше пойдет. Надо сажать. Это мимо. Мыльница, ну. Андрей, ну да. Ой, это вообще плохо. Слушай, когда очки оденешь? Ну, блин. Нет, нормально. Да одень очки. Да нафиг он мне нужен? Блин, я буду выбивать эти часы. Все по правилам. Один раз можно заменить по нашим правилам игры. Стой, 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 давай! Почти не позже. Давай! Почти, почти. Стой. Давай! Почти! Что это ближе, чем я даже делала? Скажи, когда все! Ну сейчас, чтобы хотя бы не с пустыми руками мы отсюда ушли, попробуем хоть что-то выиграть вот здесь, в этом казино для детей. Да, здравствуйте. Можно, пожалуйста, вот карту, а на нее 300 рублей зачислить? 300 рублей. Играть буду я, ребят, извините, конечно. Я хочу себе петуха. Сука. Если даже петуха не выиграю сегодня, кто будет играть сейчас? Какая-то клешня здесь. Давай петуха, петух, пожалуйста. Петух, петух, петух. Да, у меня есть петух. Выпуск не зря снимали. Петух здесь, нате петуха. В общем-то, потрачено было сегодня в выпуске около 800 рублей. 830, если быть точнее. И, собственно, за весь выпуск мы выиграли вот такого вот петуха замечательного. Назовите его, пожалуйста, в честь меня как-нибудь в комментариях. Кто этого петуха выбил? Значит, этот петух достается тебе, соответственно, замечательными радужными крыльями. Но в тех автоматах, вообще в толкателях, мы делаем вывод, что выиграть ничего нереально. К сожалению, это действительно так. И сегодня мы это в очередной раз проверили. Пишите в комментариях, если в ваших городах есть не толкатели, есть какие-то другие автоматы с интересными призами, я обязательно приеду именно к вам. Сегодня, как видите, я приехал в Рио. Спасибо ребятам, что все тут дружно как-то пришли. Мы очень много тут подписчиков я встретил в этом торговом центре, но мне пора отчаливать и делать следующий выпуск. Соберем 5000 лайков и подпишемся на мой инстаграм. Все, всем пока, ребят, вас оставляю здесь, живите.